На нашем телеканале продолжается совместный с клубом «Алькаши» конкурс на лучшую подругу байкера. Предлагаем вам познакомиться с 9-й участницей. Анжелика Крайнева, 24 года, танцует в шоу-балете. Ее жизненный девиз – «Меня бесполезно догонять, нужно обогнать, развернуться и пойти мне навстречу». Я все детство и все, весь этот подростковый период, наверное, самое хулиганское время, я провела с папой на мотоцикле, с мальчишками на мопеде. И вот буквально недавно меня посетила мысль, что я хочу кататься на мотоцикле, я хочу записаться в мотошколу, заняться спортивным вождением мотоцикла. Я веселая, я добрая, я немножко вредная и я упертая. Это самое главное качество, что я всегда иду до конца. Если меня выберут, да, победительницы, это же будет фотосессия, это будет фотография, это все останется на память. Опять же, знакомство с новыми людьми, общение с новыми людьми, это всегда интересно.